Марата Космонавтова в президенты, блядь. Собственно, давайте начнем обозревать новый кальян от Космохука. От компании Космошоп, Космобоул, Космолаунж и Космоблок. А, да? Поехали. Это новый кальян. Идет он вот такой вот ебанутой упаковке. Почему она ебанутая? Потому что, блядь, ау! Нельзя сделать, чтобы как бы, ну, ты нес за ручку ее, да? А, собственно, эту упаковку. И у тебя было как бы не вверх ногами, чтобы люди могли читать, что ты несешь, и ты такой, типа, выебывался, типа, несешь, так, а у тебя вверх ногами, и все думают, фу, блядь, а даже нормальную коробку не могли сделать. Почему нельзя сделать, чтобы ты нес, и было вот так вот, да? Ну, ладно, не суть. Давайте, собственно, обозревать, что есть у нас в этой коробке. Коробка есть, это уже круто. Да. А, коробка есть, это уже... А, какой противный звук был. Давайте, собственно, обозревать, что у нас в ней есть. В первую очередь здесь сразу бросается белая коробка. И это белая коробка, чашка Космо-Рокет. Да, это Космо-Рокет. Она выглядит, собственно, внутри вот так. Вот здесь есть спасибо за покупку. И как, собственно... И здесь инструкция, как поставить коллаут на чашку. Опять поролоновая прослоечка и вот такая вот чашечка в комплекте. Она идет в комплекте. А, сразу скажу о цене кальяна. Кальян стоит 6 тысяч. 6 тысяч. Это без шланга с мундштуком. А, без шланга. То есть, хочешь с шлангом, доплачивай 1000 рублей. И, соответственно, идет без колбы. А, бедный... Стас из Япона Хуки, наверное, сейчас дико трясется о том, что, блядь, кальяны не полный комплект, а шахта блюдечные продаются лучше, чем его кальян. Дальше. 6 тысяч рублей за этот комплект без шланга, в общем, 7 тысяч рублей, плюс колбу я отдельно, грубо говоря, взял с другого кальяна, но вы ее купите, да? Есть вот такая вот коробочка, но она почему-то оказалась абсолютно пустой, и в этой коробке... Должен был лежать вот так вот мундштук, но мундштук там не лежал. Мундштук отдельная тема, давайте, собственно, разберем. Мундштук довольно-таки прикольный, эргономичный, хороший, легенький, из алюминия, покрашенный, довольно-таки хорошо. И, собственно, идет шланг. Шланг у нас, соответственно, у нас мода сейчас, 21 век. Шланги идут у нас soft touch все. Очень приятный, мягкий шланг, мягенький такой, хорошенький. Хорошего сечения с коннектором. На коннекторе есть резинка. Ма, спасибо, Марик, что положили резиночки. Потому что хорошие резинки очень сложно найти. Собственно, давайте я вот сюда положу пока. Дальше у нас идет сам кальян. Сам кальян упакован вот в такую вот необычную коробочку, в такой вот необычной подаче, да? Что нас ждет внутри? А внутри нас ждет довольно-таки интересная и, по моему мнению, такая массивная шахта. А Марик решил отойти от минимала в какой-то части и сделать такую массивную хорошую чашку. Кальян. Массивный хороший кальян. Что я хочу сказать сразу. Выглядит довольно-таки интересно в том, что здесь полностью все из полициталя и нержавеющей стали. Соответственно, сама шахта идет из 321 стали, вроде бы я понятия не имею, что это такое. А верхняя часть из АИСи 304. Это я знаю, что такое, это из, то, что из чего все делают кальяны. Так что она малазийская. Марик написал, что она малазийская. Но мне как бы поебать, и она все равно ржаветь не будет. А если чтобы она ржавела, нужно пиздец как ее задрыпать просто. Так, кальян, по крайней мере, я его... А, нет, кальян неразборный. Вот здесь у нас есть стопорная шайба, а это большая проблема. То есть две дырки на продувку, две дырки на, собственно, сам порт под шланг. Есть стопор, вот здесь, который держит, собственно, всю конструкцию, да? И если вдруг этот стопор сделанный из алюминия, а из нержи, а нержу очень сложно так согнуть,
то будут очень плохие последствия, будут точно то же самое, что и с кальяном Регал. Регал, в принципе, был хорошо сделан, но такая же штопорная шайба из алюминия, она просто дико ржавела, и вот эта вся ржавчина текла по ебучей шахте, и было крайне неприятно это наблюдать. Надеюсь, здесь такого не будет, хотя я не уверен. Выглядит все очень круто, также здесь есть коннектор мама, что не очень круто. Я ненавижу такие коннекторы, потому что чаще всего оттуда шланги начинают выпрыгивать просто. И очень сложно, собственно, все это сделать. Идем дальше, идем в блюдечку. Блюдечко у нас не ублюдце-блюдце. Оно идет тоже в отдельной коробочке. Сейчас мы это можем все уже убрать. Блюдце сделано очень хорошо. Методом прессования, то есть пресс-форму, да, там как бы выдавливали. Очень крутое, хорошее блюдце. Все это очень хорошо садится, не болтается. Так. Оп. Как по гною со старой бабкой, да? Давайте сейчас мы это все соберем и посмотрим, как это будет все выглядеть. Кстати, все резиночки в комплекте. Это тоже очень круто, потому что, блядь, комплекты хуй подберешь нормальные. Так. Ой, бля, ненавижу, когда... О, нормально. Хуй с ним, пускай так будет, да? Сейчас, у меня есть чашечка. Так, мы поставили чашечку. И давайте, собственно, попробуем взорвать наш кальян. Сразу скажу, что я его уже курил, но хочу вспомнить, как же, собственно, это все курилось. Продувается это все, в принципе, хорошо, и все прошлые кальяны Марика продувались тоже довольно-таки хорошо. Продув очень хороший, то есть затопить шахту довольно-таки сложно обычному, грубо говоря, курильщику вашей кальянной. За счет того, что шахта 14 мм, тяга очень легкая, и мне это не нравится. Я знаю, что вам это нравится, потому что вы любите такие легкие бабские гейские кальяны. Я же люблю более сопротивлением, чтобы как мужик тянуть это. Все очень легко и... непринужденно. Продувается здорово. В принципе, за 6000 рублей кальян со вставочкой посередине очень трендово, очень круто, очень современно и минималистично. Очень дешево за кальян за 6000. Хотя мы знаем, что есть такие ребята, которые и за 3000 продают кальян полностью из нержавейки. Но это бренд, это имя в первую очередь, и иметь кальян от Космо довольно-таки прикольно. По минусам могу я сказать именно про полициталь. Он очень сильно царапается. То есть у меня он матовый, есть блестящий. Как правильно называется, забыл. Ну, короче, вот они очень сильно царапаются. Когда ты задел их щипцами, задел чем-то еще, они начинают очень сильно царапаться. Также из минусов, в принципе, больше нет минусов. Ну и тяга, наверное. Тяга мне не очень нравится, это и я, блядь, считаю, что оно... Нахуя, Марик, нахуя такую тягу, блядь, ты же нормальный мужик, ты, блядь, депутат, в конце концов. Ты делаешь нормальные кальяны. Да. Затопить его, в принципе, очень сложно. Что касается... Ничего не касается. Короче, ребят, кальян хороший. Я как-то пытаюсь сюда ебаться до чего-то, но у меня крайне хуёво это получается, да? Вы это, думаю, заметили. По минусам это то, что полициталь царапается, очень легкая тяга, лично по мне. И вот этот коннектор, который я дико ненавижу.
Ну, еще они сделали нормальную посадку под чашу. То помню, на прошлом кальяне, не на спутнике, а на другом большом, просто была вот такая вот посадка под чашку. Наверное, Марик сделал по размерам своей пиписьки, да? И сейчас он решил пойти по другому мнению и сделать немного побольше. Собственно, все, блюдце хорошее, полицталь, нержа. Я просто не знаю, до чего доебаться. Мне прям охота, блядь, как-то разъебать этот кальян, но не получается. И цена у него нормальная, 6 тысяч рублей, недорого, немало, потому что как бы нормально. А если еще плюс на нем курить мою чашку, то получается вообще суперски. Так что это Дава Дым, это кальян Космо Хука от Космо Боул, Космо Блок, Космо Боул, Космо Лаунж, Космо Шоп. Всем пока.